Привет, я Лена. Добро пожаловать на канал, посвященный моему хобби – раскрашиванию. Октябрь – самый мистический месяц в году. 31 октября мы празднуем Хэллоуин, День всех святых. И в честь этого праздника я хочу пораскрашивать ведьмочек, тыквы-фонарики, разные магические предметы. Вот раскраски, которые я выбрала. В них есть несколько иллюстраций, подходящих для этого челленджа. Давайте полистаем, посмотрим, какие иллюстрации у меня есть. Раскраска ожидается лесопад. Есть вот такое привидение. Паучки, тыквочки, конфетки, паутинки. Должна получиться очень мистическая иллюстрация. Мои очаровательные пушистые друзья. Вот такая лисичка спешит на хэллоуинскую вечеринку. И вот такой ведьминский кот. Мне очень нравится эта иллюстрация. Я думаю, она больше всего подходит к теме этого челленджа. Заколдованный лес от Ханны Карлсон. Лес полон магии, волшебных существ. И есть вот такая вот девочка. Мне кажется, это добрая ведьмочка. И у нее белая магия. Она такая колдует что-то из листьев и цветов. Волшебное зелье. И волшебник. Магический дом от Ханны Карлсон. Это самая магическая раскраска в моей коллекции. Здесь раскрашено несколько иллюстраций. Я хочу их вам показать и вместе с вами выбрать какую-нибудь иллюстрацию. Недокрашенный дом. Котик с пугалом. Вот такая девочка с корзиночкой. Котик. Волшебная палочка. Вот такой разворот. Ведьмочка. Я раскрашивала эту иллюстрацию на совместный челлендж с подписчиками. Мы раскрашивали вместе книги Ханны Карлсон. Такая красотка получилась у меня. Волшебные зелья. Вот такой разворот. Цветы. Недокрашенная девочка. Вот хочу как раз раскрасить эту ведьмочку сейчас. Она фон раскрашен довольно давно. Пора бы уже закончить эту иллюстрацию. Вот такой разворот. Колодец. Цветочки. Давайте сделаем закладки. Я хочу раскрасить вот эту ведьмочку. И где-то зелья были. Вот эту. В этом челлендже я участвую не одна. Вместе со мной ведьмочек будет раскрашивать одна замечательная девочка. Всем привет! Я люблю очень Хэллоуин и люблю раскрашивать ведьмочек. И у меня есть одна раскраска с ними. В ней раскрашена одна иллюстрация. Вот такая ведьмочка, которая варит зелье. А выбрала я вот такую вот ведьмочку, которая собирается на Хэллоуин к своим подружкам. Эту иллюстрацию я решила раскрашивать маркерами.
Вот такие магические иллюстрации мы выбрали. Оставайтесь с нами, желаем приятного просмотра. А мы начинаем раскрашивать. И я начала свой челлендж с раскраски «Мои очаровательные пушистые друзья». Раскрашиваю вот эту иллюстрацию. Такой дымчатый котик у меня получается. Небо буду раскрашивать детской акварелькой. Попробую сделать что-то вроде космоса. Я начала раскрашивать следующую иллюстрацию. Это магический дом. Немного обновлю фон. Сделаю его ярче. Детской акварелью луч. Пока раскрашиваю, поделюсь с вами книгой, которую сейчас слушаю. Это мистический триллер Константина Образцова «Красные цепи». Книга приглашает нас в Петербург, где за парадными фасадами домов, в лабиринтах темных дворов, в недрах хмурых подъездов скрываются сумасшедшие гении, адепты древних культов, извращенцы и лидеры тайных организаций. Каждое новолуние в городе происходят жестокие убийства молодых женщин. Но зловещий потрошитель – лишь звено в кровавой цепи демонических событий. Древний вампир, оборотень, ведьма, разная другая нечисть в современном Петербурге. Очень атмосферная книга, подходящая для Хэллоуина. Давайте немного погуляем по торговому центру, посмотрим на уютные осенние витрины и атмосферные хэллоуинские аксессуары. В Леонардо построили магический дом. Сходила в пункт выдачи, забрала новые закладочки. Специально к этому челленджу я купила тематические закладки. Такие классненькие привидения, ведьминский кот, ведьмочка. Зелье, магический дом и ворон. Класс, мне нравится. Раскрашиваю корзинку с сушеными травами коричневым и зеленым цветом. Челлендж подошел к концу. Мы раскрасили несколько иллюстраций. Готовы показать вам раскрашенные работы. Несколько красивых ведьмочек собираются вместе, чтобы наколдовать волшебное зелье. Начнем с раскраски очаровательной ведьмы. Очаровательная ведьмочка собирается навстречу, расчесывается и одевается. Вторая ведьмочка берет своего помощника кота и волшебную книгу с рецептами зелий. Третья ведьмочка собирает ингредиенты для волшебного зелья. Эта иллюстрация раскрашена цветными карандашиками. Фон раскрашен акварелькой. Добавлены капли белой гуаши, крылышки у котика, украшены гелем с блестками. Такая красотка у меня получилась. И вот подружки собрались, чтобы начать колдовать. Разложили волшебные книги, амулеты, приступают к колдовству. Котик раскрашен цветными карандашиками, фон раскрашен гуашью. Стол украшен акварелью «Белые ночи. Мерцание». Немножко использовала золотую гелевую ручку. И вот такое магическое зелье у них получилось. Рамка раскрашена карандашом «Металлик». Слабо поблескивает. Фон раскрашен акварелькой. Добавлены капли акварели «Белые ночи. Мерцание». Листья раскрашены цветными карандашами. Магическое зелье раскрашено цветными карандашами и украшено немного гелем с блестками. Такие иллюстрации у нас получились. Обязательно пишите в комментариях, какие иллюстрации наколдовали вы к Хэллоуину.
Огромное спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы приятно провели с нами свое время. Не забудьте подписаться. Для более динамичного общения подписывайтесь на Telegram. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на Дзену и Рутюб. Уже совсем скоро увидимся в новом видео. Всех обнимаем. Пока! Пока!